В общем, всем привет. Меня зовут Берег. Мне 35 почти. С 1 сентября решил возобновить спорт. Буду отжиматься 3 раза в неделю. Буду делать 3 вида отжимания по 3-4 подхода. Начну со сложного и буду заканчивать с легкими видами. И посмотрим в конце месяца, какой будет результат. Все, я немного разогрелся, упражнения поделал. Теперь приступим, как говорится. Сначала делаем ноги вверх. Давно не делал, спортом давно не занимался. Семья, дети, работа, дела, как говорится. Но решил возобновить. Раньше делал 80, мой максимум был 100. 100 отжиманий за раз. Хочу попробовать обратно добиться этого же результата, как говорится. Посмотрим. Сегодня чуть позднее начал, так как был занят по делам. Туда-сюда. Вот так 3 подхода. Попробуем 3 подхода. 20. Поехали. Возраст, кто бы что бы ни говорил, возраст сказывается. Раньше все было легко, а сейчас в основном за рулем. Таксуешь, туда-сюда ездишь, сидячий образ жизни сейчас. Покушал, за руль. Покушал, за руль, как говорится. Теперь надо немного привести себя в форму. О, сложно. Очень сложно. Джан, можно стакан воды? Стакан воды можно, пожалуйста? Ага. Нет, не спеша, не спеши. Сейчас я еще один подход сделаю. Опа, опа. Полетели игрушки, мальчик. Все, поехали. Последний подход. О. Чуть пошире сделаем, чтобы сил. Мама.
Я смог. 20 или 21. Сложно. Это 2 отжимания. Благодаря этому 2 отжимания верхняя часть мышц растет. Сейчас буду делать обратный, который помогает росту снизу. Чуть-чуть воды попьем. Чувствую, на 3 вида у меня не хватит сил. Но попробуем до последнего. Чуть-чуть потише можно. Все, поехали. Теперь. Последний раз я когда занимался? Даже не помню. 3-4 года. Максимум 5 лет, наверное, уже прошло. Женился, работа. Туда-сюда. Сейчас ребенок есть. Тем более туда-сюда по делам, как говорится. Фух. Некогда. Вот с 1 сентября решил выделить хотя бы полчаса на свое, как говорится, физическое развитие. Специально вот такие упражнения делаю, чтобы растягивать мышцы. Чтобы они были более рельефными. Все. Попробуем 2-й подход. 20-ка. Еще раз. Первый раз записываю такое видео. Буду выкладывать все. Потом в конце хочу посмотреть на свои достижения и результаты, как говорится. Кстати, проверим камеру. Запись идет. Уже почти 10 минут прошло. Все, 2-й подход, поехали. Thank you.
15. Так трудно дышать. Держать дыхание. Я стараюсь. Каждый день так быстро проходит. Работа. Утром уезжаешь. Проходишь на обед. Потом до вечера. Дела, работа. А вечером ни на что сил не остается, как говорится. Чувствую, что силы уже не те, что были раньше, как говорится. Сейчас. В этот раз придется подольше отдохнуть, а то мышцы уже отказываются работать. Сильно не напиваемся, немного воды не помешает. Отжимания хорошо помогают росту грудных мышц, прессу помогает. Еще надо планку тоже постараться делать желательно, если, конечно, сил хватит. Ну все, погнали. Третий подход. Второй вид отжиманий от стула. Тут двигается туда-сюда. Все, поехали. Раз, два. Чувство, как мои грудные мышцы надулись. Главное теперь третий вид довести до конца. Третий вид самый легкий, это уже на полу буду делать, но чувствую, сил очень мало. Большой перерыв, несколько лет, сильно сказывается. Не судите строго, посмотрите, пишите свои комментарии. Что сделал правильно, где можно улучшить, поправить, как говорится. А я пошел дальше. Постараюсь широким хватом, чтобы сил побольше было. Раз. Нет. Сил нет уже.
8 всего лишь. Надо было второй вид именно делать с пола. А от стула третий надо было сделать. Это самый легкий, который от стула. Фух. Сейчас. Два подхода и все. Два подхода. Максимум 5 минут. Чувствую, что обычно не на следующий день, а через день у меня начинает все болеть. Как говорится, все мышцы. Рука, грудь. Вот. Посмотрим. Следующий постараюсь сделать через 3 дня. Если сильно будет болеть, тогда через 4 дня. В зависимости от боли на руках и на грудных мышцах, как говорится. Конкретно я ослабел. Уже сил нет вообще. Но еще два подхода надо постараться сделать. Сколько смогу, столько и сделаю. Я рассчитывал, что 3 вида, 3 подхода по 20 будет. Но годы берут свое, как говорится. Да, Дин? Ух, где-то. Дальше не могу себя мучить, не получается. Когда постоянно за рулем, рука сгорает. Где футболка? Все белое. Все открыто, все черное. Поднимаю руку и уже чувствую, как мышцы не хотят работать. Устали. Все, последний подход. И я отдыхаю. Постараюсь сегодня не сразу лечь, а то уже время 9:30. Поздно начал сегодня, хотел пораньше, но дела семейные, как говорится, помотали туда-сюда и все планы испортили. Ну все. Попробуем последний подход. И все. Десять, все. На сегодня с меня хватит. Каждый раз буду стараться добавлять несколько штук в количество. В идеале к концу месяца 3 вида
Почему не делать по 25 раз? Желательно по 4 подхода. Такая цель. Я вслух сильно боюсь озвучивать. Вдруг не справлюсь, как говорится. Но буду стараться. Не судите строго. Если что, все свои мнения пишите в комментариях. Если кто-то хочет тоже начать со мной с 1 сентября, как говорится, или со 2 сентября, с осени 2022 года, тогда присоединяйтесь. Будем поддерживать друг друга и делиться результатами. Все, до следующего раза. Всем пока.